Польские пограничники задержали группу людей, причастных к незаконной перевозке мигрантов с польско-белорусской границы в страны Западной Европы. За свои услуги злоумышленники требовали от каждого беженца по 3000 евро. Представитель польской пограничной службы отметила, что Польша, как правило, не являлась для мигрантов конечным пунктом назначения. В большинстве случаев люди, которые пересекают нашу границу, не хотят оставаться в Польше. 90% из них желали бы уехать в другие страны. В основном речь идет о государствах Западной Европы. Среди задержанных проживающие в Польше тунисцы, грузины, украинцы, сирийцы, а также польские граждане. За 5 месяцев группа действовала с сентября по январь. Так называемые курьеры заработали миллионы евро. Представитель прокуратуры сообщил детали. На преступную деятельность человек, выполнявший функции кассира, выделил 8 миллионов 700 тысяч евро. Одни курьеры в общей сложности получили более 4 миллионов 300 тысяч евро. Сотни мигрантов покинули приграничные с Польшей районы. Многих вернули на родину, но сотни людей продолжают жить в лагерях для беженцев. Страны Запада обвиняют власти Республики Беларусь в использовании нелегальных мигрантов для решения политических задач. Минск возлагает на Европу ответственность за кризис и за судьбу беженцев.